Израиль возвращается к мирной жизни. Минувшей ночью Цахал совершил антитеррористическую операцию «Черный пояс», нанеся массированный удар по анклаву, разрушив много объектов инфраструктуры и уничтожив более 20 боевиков исламского джихада. В течение нескольких часов после этих действий главарь террористической организации «Зиад ан-Нахла» согласился немедленно прекратить огонь при условии, если Цахал не будет проводить операции в Газе, Иудее и Самарии и стрелять по демонстрантам на маршах возвращения. На сегодняшний день известно о 32 погибших и 77 раненых израильтянах. Службы тыла опасаются новых обстрелов со стороны террористов, поэтому в 40-километровой зоне от Газы продолжает действовать особое положение.